Встретились два друга, начинают делиться впечатлениями. Кто как встретил Новый год? Один говорит: «Ой, вчера смотрю, на часах 23:00, звонок в дверь, открываю, а там Снегурочка стоит. Ох, мы с ней курулетели, первый раз так в своей жизни Новый год встретил». Второй говорит: «О, я вчера просыпаюсь на улице в сугробе, смотрю, со мной баба такая пышная, белокурая красотка». Ох». Второй говорит: «Что тебе так взгрустнулось-то, я не пойму». «Да, не пойму, почему у нее на голове ведро оказалось, а вместо носа морковка?» Хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать счастья, здоровья, всего вам самого хорошего. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока!